Друзья, всем привет! Есть в продаже вот такой автомобиль, гибридный Kia Optima 2017 года, премиум пакет. Автомобиль прибыл в Грузию с небольшим повреждением в переднюю часть. Был восстановлен бампер и поменен капот. Фары как были, так и остались родные. Никаких серьезных повреждений не было. Пробег у машины 63 тысячи миль. Обойдем по кругу, посмотрим, в каком состоянии автомобиль. Нигде лишних подкрасов нету. Можете прийти и сами проверить автомобиль. Заглянем в салон. Салон у нас на ткани, велюре черного цвета. Потолок серый. Карты дверей в идеальном состоянии. Руль в идеальном состоянии. Есть коврики. Пробег, как видите, 63 тысячи миль. Ну, здесь обычная мультимедиа, кто знает Kia Optima. Состояние кнопок, все в идеальном состоянии. Заряд батареи отличный, у автомобиля нет нареканий. Расход топлива в теплую погоду около 5 литров, 6, в зимнюю около 8 литров, ну может меньше. Ну исходя из того, какой тоже водите. Есть режим Drive Mode, включается спорт режим, и машина становится очень шустренькой, 2.0. Без турбины, но дает настроение спортивное, совсем без проблем. 16-е диски. Хороший протектор. Задние карты тоже в идеальном состоянии. Салон, тряпка тоже в идеальном состоянии. Задняя часть. Ничего потертого, испорченного, царапанного нету. Есть коврики. И резиновые есть коврики, и велюровые коврики. Крыша чистая. Заглянем в багажник. Как видите, багажник большой. Большой плюс у Kia Optima. У него сзади нету здесь батареи. Она спрятана вот здесь, в днище. Сейчас покажу. Вот она где находится. А потому багажник остается большой и полезным пространством. Кладите сколько хотите. Посмотрим с этого бока. Откроем салон.
карточке своя документация, инструкция, пользовательский мануал. Вот в таком состоянии Kia Optima Тбилиси. Если кому интересна цена, будет под описанием видео. Света все на машине работают, все фары, все что надо, поворотники. Отличный большой семейный седан. При том, что он еще и экономичный. Классная машинка. Кто купит, не пожалеет. Так. Ладно, не свети. Крыша тоже посмотрим. Все в идеальном состоянии. Протекторы тоже в хорошем состоянии. Ну, 63 тысячи мили пробег, но машина совсем свежая. Так что, друзья, всем, кому интересен этот автомобиль, ставьте лайки, подписывайтесь на канал мой, YouTube-канал Шамбала Гембала. В каком состоянии приехала машина, на моем канале есть. Так что вы можете зайти и посмотреть там. Два владельца в Америке было, если я точно помню. Никаких нареканий, никаких проблем с машиной там не было. Так что, если кому нужен чистый, хороший автомобиль, свяжитесь со мной. Ну, всего доброго, всем пока-пока.